Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Я приветствую вас на своем канале о косметике, о красоте, об уходе за кожей. И сегодня немного в новом формате обзор нового каталога. Нового каталога номер 4, период действия каталога с 7 марта по 27 марта. Немного я решила изменить формат обзора, не делать каждую страницу, а просто с вами поговорить, например, что бы я купила из каталога или заказала бы. Постранично каждую страничку посмотреть вы можете в моей группе во ВКонтакте. Я оставлю ссылочку в инфобоксе под этим видео. Пожалуйста, заходите в мою группу, вступайте в нее. Смотрите, там всегда новые каталоги, причем не только текущего периода, но и будущие можно заглянуть. А что нас ждет там в следующих каталогах, которые еще официально не вышли, они действуют, но можно подглянуть, посмотреть, и чем же там нас компания в очередной раз порадует. Поэтому будет ссылочка. Вступайте. Вступайте, активничайте в группе, задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. То есть будем дружески общаться. А теперь каталог номер 4. Давайте перейдем к нему. На каталоге у нас тушь легендарная 5 в 1. Написано, что она вернулась, новая формула, новые ресницы. Я очень люблю эту тушь. Конечно же, в этом каталоге я ее себе куплю. Закажу. Она вышла у нас в двух форматах. Это обычная многофункциональная 5 в 1 и водостойкая. Заказала две сразу себе. И обычную, ну, скажем, на каждый день, когда стабильная погода. И водостойкая, потому что сейчас весна, перемена погоды. У нас тут дождь, то снег. Ну, в общем, непонятно, что еще творится на улице, поэтому без водостойкой туши и никуда. Я ее заказываю. Я очень люблю эту тушь, эту щеточку. Она действительно легендарная. Впервые эта тушь, вот у меня маленькая из другой серии, 2XL, но щеточка вот она такая хорошая. Я ее люблю, просто люблю, поэтому покупаю обе новинки. Буду тестировать, покажу видео, сниму. Так вот, она легендарная. Действительно, вышла впервые тушь в 2007 году. И настолько она полюбилась не только консультантам, но и обычным потребителям, кто покупает, кто любит косметику, даже кто очень редко покупает ее. Но вот эту тушь, если назвать тушь 5 в 1, ее практически каждая знает. И знает, насколько прекрасна у нее щеточка. Она вот прям идеальная. Вот все в ней есть. И изгиб делает, и объемные ресницы, и детально прокрашивает каждую ресничку маленькую. Действительно идеальная тушь, которую необходимо иметь в своей косметичке. Продается она сейчас каждые 5 секунд. Представляете, продается в мире одна тушь 5 в 1. Сколько же счастливых обладательниц является вот... дарит радость наша легендарная тушь 5 в 1. Поэтому обратите на нее внимание. Новиночка. Я ее себе в заказ, как еще раз говорю, взяла. Цена прекрасная, 299 рублей. А если зарегистрированный и у вас есть дисконтная карта, то еще дешевле. А если у вас ее нету, то в инфобоксе у меня есть ссылочка. Заполните анкету, и у вас будете счастливым обладателем дисконтной карты, будете напрямую покупать от компании. Не искать консультанта, кому можно сделать заказ, сами заказали на любую сумму все, что вам нужно. На любую, абсолютно на любую сумму, и все, и заказ получили рядом с домом. Следующий шаг у нас новинка, это обновляющая крем-краска, смарт-краска. Видите, новый формат у нее, новый сезон, новый имидж. Краска все та же, с прекрасным составом, но поменялась упаковка, поменялся формат, и, конечно же, я ее закажу. Закажу себе, ну, выберу каких-нибудь два цвета, закажу.
обязательно. Цена привлекательная, 369 рублей, на что вот следует обратить внимание. Весна, обновляемся. Что еще? Ну, я говорю, постранично я не буду ходить. А вот на что бы я еще так себе что? Губная помада Giordani Gold. Сатиновая губная помада Giordani Gold и Коник. Я в прошлом каталоге взяла две помады. Солнечно-розовый, который сейчас на губах. И еще у меня есть, сейчас скажу, кремовый беж. Ну, такая. И мне она так понравилась. Она так чудесно на губах. То есть она настолько комфортная. Бывает, что я вообще джорданевскую помаду люблю, но бывает, вот она то подсушивает маленечко, особенно матовые, то как-то такая, как с полупрозрачным финишем, у нее есть такое. Вот, поэтому, а вот эта сатиновая, ну, мне вот настолько она нравится, она такая комфортная на губах, прекрасная помада. И я вот сейчас смотрю, из 10 оттенков, сколько бы я, ну, 5 я бы еще точно взяла себе. Ну, наверное, остановлюсь на двух. На двух, наверное, розовый нюд возьму и какой-нибудь либо нежный пион. Вот из этих оттеночков вот этого ряда. Ну, либо две, либо вот еще возьму какой-нибудь сливовый мауф, по-моему. Вот красивый. Вот солнечный розовый, который сейчас на мне. Красивый, интересный. Ну, или вот на весну яркую фуксию. Но я говорю, остановиться просто невозможно. Такие оттенки классные. А вот эту помадку я возьму. Заказала себе. А что еще? Вот так вот листая, заказала себе помаду для бровей. Покажу, как на моих редких бровьях будет она смотреться. Что у нас еще? А еще у меня закончилась полностью жидкость для снятия лака. Поэтому я, когда увидела, что есть в этом каталоге со скидкой жидкость для бережного снятия лака The One, я ее, конечно же, добавила себе в корзиночку. Хорошая жидкость, отлично снимает, ухаживает за ногтями, смягчает кутикулу ногти, то есть не содержит ацетон. Да, она дороговата, можно где-нибудь там в Улыбке Радуги, если есть в вашем городе, можно купить и за 100 рублей жидкость, но там хоть и написано без ацетона, но для меня это большой-большой вопрос, потому что нет. На что бы я еще хотела обратить внимание, знаете, девчата, обратите внимание вот на этот карандаш для стайлинга бровей. Прекрасный карандаш, удобный. Подчеркивает каждую волосинку на бровях. В общем, хорош. Еще я увидела свои любимые бочонки. У меня их вообще коллекция. Я покупаю, как только выходит какой-то новый бочонок с новым экстрактом, я покупаю. Вот в этот раз возьму, добавлю к себе с черникой. Нет у меня с черникой, все есть. А здесь она идет со скидочкой 159 рублей. Я возьму с черничкой. Очень люблю эти бочонки. Они прекрасно и губы увлажняют под помаду. Я частенько под помаду, например, наношу, и ребенок у меня пользуется этими бочонками. Еще я обрабатываю кутикулу, я не обрезаю. Кутикулу я ее обрабатываю, обязательно сниму видео, расскажу подробно. Вот эти мои бочоночки, это просто мои поручалочки, я их люблю. Бочонки — это вообще страсть. Не знаю почему, но мне не так нравится маленький такой формат. И супер, конечно же, они. А что еще взяла? Взяла тоник для лица. Вот закажу, скорее всего, из антивозрастной серии со скидками. Возьму, наверное, тоник. Тоник возьму. Что еще у нас здесь очень интересное? А это маски. Девчата, но маски с такими привлекательными ценами. Ну, просто не купить. Особенно таких люксового состава, как, например, ночная восстанавливающая маска. Ну, обязательно ее нужно иметь.
У себя цена 799 рублей. Даже если вы в прошлом каталоге не делали заказ, а вот в этом вы решили сделать заказ, то условия здесь просты. Не читаю первый пункт, если вы сделали в прошлом каталоге заказ. Второй. Закажи на 1000 рублей в этом каталоге, если не делал заказ предыдущим, то эту же масочку наравне со всеми можно приобрести за 799 рублей. Шикарная маска с богатым составом экзотических масел инка, инчи и купуасу, богато содержанием омега-3,6, то есть восстанавливает кожу за ночь. Ну, то есть такая волшебная масочка для Золушки. Когда захотел утром проснуться и выглядеть, чтобы кожа была обновленная. Вот это как раз таки вот эта масочка. Обратите на нее внимание. Шикарнейший состав и прекрасная привлекательная цена. Здесь у нас тоже вот вообще серия Novage в этом каталоге представлена с огромными скидками. А здесь и кремы для кожи вокруг глаз с прекрасной скидкой. И еще и массажер можно купить. Покупая один из кремов, можно купить массажер для кожи вокруг глаз. Что еще? Давайте полистаем, что же еще. Вот она серия Novage. Ну, прекрасные скидки. Вот открываешь страничку Novage и масло для снятия макияжа. Масло для снятия макияжа. У меня есть видео, я показываю, как им пользоваться, что вообще это за зверь. Прекраснейшее масло люксового бренда у нас как раз серии люксовый Novage. Замечательно снимает и стойкий макияж, и с глаз, и полностью с лица, и все тональники, тяжелые тональники, то есть стойкую косметику шикарно снимает. Поэтому будет видео, кто не видел, обязательно посмотрите, как же пользоваться этим прекрасным средством. Очищающее масло, да, для умывания. Здорово. Это с огромными скидками серия Novage, которая у нас представлена в каталоге номер 4, и есть что посмотреть. А еще с хорошей скидкой пробиотический напиток, который, я считаю, что тоже нужно взять. Цена прекрасная, 1399 рублей для кишечника, для поддержания флоры кишечника, здоровой флоры кишечника. А если же в какой-то вот вы в зимний вот в этот период переболели и употребляли антибиотики, то вот это обязательно. Просто к применению, чтобы восстановить кишечную флору нашего кишечника. То есть, чтобы она была здоровая после того, как там все убилось антибиотиками. И вот как раз это для стражи. Стоит обратить внимание, я обязательно себе его закажу. Просто закажу, чтобы кишечник был здоровый. Еще новинки, обновленная серия, обновленный состав, серия против выпадения волос. Скажу искренне от себя, я пробовала прошлую серию, и мне особенно помог вот тоник, стимулятор роста, когда начинается какой-то вот волосопад у нас. Но независимо от нас, такое бывает в организме, либо какой-то вот авитаминоз или что-то, или как-то вот организм перестраивается. Ну, бывают такие моменты, когда у нас, у женщин, и не только у нас, и у мужчин, начинается вот волосопад, как я его называю, как и многие называют. Поэтому я тогда, сколько, ну, флакончиков 3 я точно спрея. Причем без шампуня, без кондиционера, а если вместе, то это будет вообще идеально. Вот, я пользовалась только вот нашим спреем. То есть я остановила выпадение, у меня в эти луковички начали хорошо держаться, и начался пушочек. Пушочек расти, мне очень понравилось. Я, кстати, скептически относилась к этому, думаю, ну, чего там какой-то этот тоник, стимулятор роста волос против выпадения, еще в прошлой серии. А потом, когда начала им пользоваться каждый день,
И мне это очень помогло, поэтому искренне рекомендую. И сейчас это новинка в каталоге. У кого есть такая же вот проблема, обратите внимание. Это новинки серии HairX против выпадения волос. Здорово. Помогает, правда. Без преувеличения. Что здесь у нас еще? Дезодоранты. Дезодоранты, антиперспиранты по прекрасной цене всего 149 рублей. Безопасные дезодоранты, но эффективно работают. Моя любимая серия — шведский спа-салон. Вот это шикарное масло. Масло-баттер, крем-масло, ну или масло-баттер по-другому называют. С текстурой взбитых сливок, интенсивно питает, шикарнейшее масло, оно такое нежное, не оставляет никакого жирного блеска. У меня есть видео, скорее всего, я поставлю, если у меня получится, сюда вот добавить. Вот про шведский спа-салон, замечательное масло, рекомендую, прекрасно. Обратите внимание, очень оно такое нравится. И здесь серия вот... серия гели, мусы, такие, это можно мыться им, так, густой мусс, такой как пена, так вот, и можно мыться, и можно бриться, два в одном, очень удобно. Интересные составы, мне они нравятся, причем они так написаны: Love Up, Chill Out и Be Happy, то есть они соответствующие названия, там расслабься, будь счастливым. Шикарная серия люксовая, такого люксового состава, который идет Essence Go, тоже идут со скидками, при покупке двух, то получается скидка практически 200 рублей, если покупать по одному. Ну и новиночка. Я знаю, что многие любят парфюмированные спреи для тела. Так вот, в серии Love Potion вышла вот такая новиночка. Парфюмированный спрей для тела. Один он стоит 449 рублей. Восточный ванильный фруктовый аромат. А здесь еще идут наборами. Слушайте, вот знаете, вот этими наборами очень выгодно покупать. То есть набор 499 рублей и... много очень вкусного в нем, да, например, и гель, и спрей, и бочоночек. Смягчающие, специальные смягчающие средства. А здесь идет оттеночный бальзам, а также спрей для тела и крем для рук. Такие вот наборчики стоят 499 рублей. Их вот, как говорится, хоть куда, хоть в пир, хоть в мир, можно подарить. А один. Да. Один спрей стоит 449 рублей, а наборы стоят с этим спреем 499 рублей. Ну скажите, вот как здорово, правда? Очень выгодно покупать. То есть он практически оттеночный шампунь, оттеночный, например, бальзамчик и крем вообще идут бесплатно, то есть даром в составе этого набора. Так же, как и гель, и бочоночек. Ну и последний драйвер, драйвер тоже, один из драйверов каталога, это гели. Цена вообще смешная, 79 рублей. Из серии Vita Care. Тоже стоит на них обратить внимание. Вот такой у меня коротенький получился видеообзор. Дайте мне знать обратную связь. Напишите комментарии, нравятся ли вам постраничные долгие обзоры. Или посмотреть вот... просто на такие вот супер предложения каталога, коротенько, как говорится, но тем не менее вот 20 минут. Не получилось на 3 минуты. Поэтому я заканчиваю. Обратную связь я приветствую, жду всегда ваших комментариев под видео. Если нужен бумажный каталог, вступайте в мою группу ВКонтакте, оставляю ссылочку. До новых встреч! О новых полезных обзоров, хороших вам покупок, хорошего настроения. Пока-пока.